В их руках металл становится пластилином. 5 гродненских кузнецов попробовали доказать горожанам – заборы и ворота – не их удел. В Доме ремесел открылась уникальная выставка «5 молотков». Свои работы здесь представили Иван Перегенец, Юрий Круш, Юрий Кобин, Андрей Тюменев и Олесь Воробьев. Идея возникла совершенно спонтанно. Дело в том, что сколько работаем, мы ни разу не встречали того, чтобы выставка сугубо кузнецов проходила в городе Гродно. И оказывается, да, такого не было уже очень-очень давно. Вот 5 мастеров собрались и решили сделать такую выставку. Железо, чугун, сталь, старые гвозди, подковы, камни. Оказалось, из этих материалов возможно сделать настоящее произведение искусства. Изящные подсвечники, отточенные до мелочей картины, металлические насекомые, животные, мифические персонажи и главные экспонаты выставки – руки кузнецов. Каждая работа не просто декоративная вещь. Это философское раздумье мастеров о своей профессии, жизни или взаимоотношениях людей. Эти работы... Одна из первых таких выстав, когда ковали попробовали уложить больше сенса, чем декоративности. Вот это присутствуют и философские некие думки, и некие эмоции, можно сказать, и некое ставление до життя. Эта рука, экспонат под названием «Добрая работа», вышел из-под молотка опытного кузнеца, обладателя премии «Дубко» за творческие достижения в сфере культуры и искусства Олеся Воробьева. Сделанная из старых подков, рука вся исколота гвоздями. Не всегда за добрую работу получаешь достойное вознаграждение. По словам мастера, именно этот смысл он и вкладывал в свое изделие. Кузнечным делом Олеся занимается уже 22 года. Мой мастер сказал, я, говорит, уже 6 год я работаю, працую. О, я думала, 6 год это столько много, много. А зараз, как начал лечить, сколько я працую, тоже страшно стало. Хотя иногда у того же самого заказчика и еще выглядаю, как першокласник. Удалось ли кузнецам совладать с металлом, помогла ли их философия вдохнуть в бездушный материал жизнь? Оценить работы профессионалов кузнечного дела может любой гродненец. Выставка «5 молотков» продлится в Доме ремесел еще месяц. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.